Накануне в Уральске грядущему 30-летию независимости посвятили целый ряд спортивных мероприятий. Причем разнообразие было настолько серьезным, что практически каждый любитель здорового образа жизни смог найти зрелище по душе. Подробнее далее. Е2, Е4 и далее по списку. За столом шахматисты. Их задача – разыграть рапид, то есть быстрые партии. На все про все у юных гроссмейстеров есть 15 минут. Так Никита Фролов уже год разучивает ходы на доске, и пока молодому человеку занятие по душе. Там одна партия дается 15 минут. Это рапид. И мне этот тур там нравится. 11,5. С 10,5 лет уже занимаюсь. Турнир прошел под патронажем депутата областного муслихата. Под одной крышей собрались разновозрастные шахматисты 8, 10 и 12 лет. Кроме уральских ребят, в партиях приняли участие и районные интеллектуалы. В этом турнире участвует более 50 детей из районов Байтерек, Бурлинский район, Теректинский район, а также из школ города Уральска. Шахматы кажутся чем-то статичным, не проблема, ведь прошел в городе турнир по самой быстрой и вместе с тем самой командной игре – волейбол. В нем приняли участие госслужащие, это 15 команд, включая областной, городской, районные акиматы, а также сотрудники департамента госдоходов. Игры очень интересные, вот, третий день уже сегодня проходит, борьба очень хорошая. Стоит отметить, что все мероприятия посвятили грядущему юбилею независимости страны. Алексей Кочемасов, Ербол Мендыгалиев, Айдус Кисимов, телеканал Акжаик.